Thank you.
можете представить. Это была композиция Not Available. Она посвящается Антону Дерзянцу, который принял участие в записи альбома. Сегодня его с нами нет, сегодня с нами есть Андрей Фахриев, замечательный. Да. Что можно сказать? Мы продолжаем. Blues for Boss. Следующая композиция. Thank you.
его обратно. Геннадий Рубцов, гитара. Петр Ившин, барабаны. Андрей Фокриев, бас-гитара. Мы продолжаем. И следующая песня называется Spring's Movement. Движение весны. Thank you.
И дальше песня о любви. Thank you.
вот мы сейчас играем последнюю песню перед маленьким перерывом. Она называется Dangerous Connection. Thank you.
Спасибо вам огромное, что вы нам пришли к нам и лили нам свое время и внимание. Вообще, на самом деле, я что-то как-то так вот немножко заигралась, вообще совершенно забыла объявить, что у нас вообще-то презентация альбома. Вот. И я сейчас задам вопрос вам, и тот, кто первый на него ответит, тот получит альбом бесплатно, в подарок. Вопрос очень-очень простой. Как называется альбом? Неправильно. Дальше. Present Simple. Вот, кто-то сказал. Вот, бесплатный диск. Да, ну и к слову о дисках, вот они вот так вот выглядят. Их можно приобрести, если вам нравится то, что мы там делаем, да. Приобрести их можно вот там. В такой вот коморочке. Вот так вот они выглядят. И я буду очень рада, если вам нравится и вы как бы приобретете. Спасибо большое. Мы вернемся к вам через 10 минут.
Wow. Вообще, вы знаете, я должна отметить такую вещь, что это безумно интересно и здорово, когда ну, как бы, твои коллеги сочиняют что-то, приносят, так и говорят, ну вот, давай мы тоже сыграем. И вот, ну, вот эта песня, я помню, когда я только услышала, когда Дима с Ромой вот ее сделали, у них есть коллектив такой, там, хоп-жойн, где они такие штуки делают. Вот, я просто слушала, вот у меня была эта запись, так сказать, в листе ВКонтакте, думаю, блин, вот так здорово было бы что-нибудь такое написать или сыграть. Вот, и я вот безумно рада, что мы сейчас эту песню взяли, собственно, это с моей подачи ее взяли. Ну, прямо она мне нравится. Как, собственно, песня, композиция, которая была до того. Так что давайте поаплодируем. Дмитрий Цепилов, саксофон, Петр Кипчев, барабаны. И композиция. Собственно, следующая композиция тоже принадлежит Перу Дмитрия Цепилова, и называется она «Блюзен фанк». Ha ha ha!
сюрприз, прям сюрприз. И вот я что-то не вижу этот сюрприз в зале, честно говоря. Где же он? А, потому что он вот тут. Вот он! Это Александр Магеров, который споет с нами сегодня песню. Такую вот. Она называется «Мунлайт терапия». Это моя песня. Вот. И должно быть весьма лирично. Ну, по крайней мере, попробуем сделать красиво. Thank you.
большое. Следующая песня, на самом деле, будет последней, наверное. Это песня «Family» Александры Магеровой. Вот. Вместе будем сейчас петь. Вот только что мне сообщили, что я вам должна напомнить о том, что «Fort Simone, pay what you want» это означает, что вот гитара там где-то на выходе, значит, с этого зала, и вы можете туда положить столько денег, сколько вы хотите вообще за сегодняшний вечер. Мы будем вам очень благодарны, если вы что-нибудь положите. Вот. Последняя песня, да, Саши Магеровой, «Family», и мы будем вместе петь. Приготовьтесь. Thank you.
замечательный и многогранный. Здесь такой из себя барабанный. Он такой один, один, один. Федор Эвшинин, Шинин, Шинин. Мы для вас поклонимся.